Мы сделали чек. Здесь можно купить сапожки за 15. Жо. Или? Может, прикол был одноразово показать. Вафельницы, Маш, видишь, 13 евро. Где? Ого. Фен за 15, прикол. Чайник за 15. Мини-колгейт, ну, 95 евро, 20 миллилитров. Выгодно, я думаю. 12 рублей 6 лет. Барсик. А мы за продуктами. Потом, может быть, в центр. Нюрнберга. Правда, обещают дождь. И потихоньку в сторону дома. Местные цены на шоколад в магазине Lidl на окраине Нюрнберга. Сейчас надо умножить. Заметить это по банке. Наверняка есть и больше. 1 килограмм нутеллы 5,49 евро. Что это? Так.
Мы остановились около центра Нюрнберга, и если вам нужна бесплатная парковка в выходной день, а может быть даже и в будний, улица Воленштрассе, озеро Вандер озеро возле парка. Вот. Парк Крамер Клет, а улица Хирс Фогельштрассе. Да. Короче, вот здесь мы. Впереди, короче, Dance Bio Contact. Бедный телефончик. Мы сейчас это зачекаем. Что здесь за знак? Вот. Парк. Вперед. Ну, а раз нам выпала возможность оказаться в другой части города, мы можем прогуляться ко второму замку Тухер. Или Тухер. Не-не-не. Виднелится одна из башен, но даже не знаем, что за башня. Все, впереди виднеется замок Тухера. Погода пока везет, а это значит, что можно догулять неизведанную часть Нюрнберга. В принципе, уже далеко от крепости. И опять входим в самый центр. В самый центр этого городка.
мы пришли вот в церковь Святого Себальда. Мы шли перед ней по той центральной улице. Или может даже здесь мы шли, я не помню точно. А там, да, вот, да, мы здесь шли, а там поднимаешься за с этой стороны открыт. Куда хочешь пойти? К тому мостику или там, где была рыночная площадь? Так, попробуем вернуться к рыночной площади. Она была возле фонтана, да, налево. Все то же самое, ничего естественно не поменялось, просто нет ливня, что радует. О, здесь готовят, может быть, скейт? Фан? Ну вот, тот самый фонтан, который называют красивый или прекрасный фонтан. И за ним рыночная площадь. Только вот сейчас там тоже ставил какую-то сцену, что, возможно, сейчас там еще что-нибудь. Ну, что будет. Скорее всего, ничего нет на сегодня на рыночной площади, потому что здесь мероприятие запланировано. Мы можем посмотреть на фонтан еще один. Здесь сувенирную лавку. Пост как? По сколько? 80 центов. Рядом еще зайдем и выберем. В принципе, еще не так уж и жестко, 80. Давайте уже по 4. Ну, интересно, какие мне больше понравились. Футболки по 20, по 24, футболки по 15, да? С этим мероприятием вся рыночная площадь переместилась на центральную улицу. Thank you.
Вкус. Миксбокс, фишн чипс. Заведение Нотти. Марка МТО. Потихоньку покидаем промокший Нюрнберг. Все-таки небольшой ливень прошел, а мы двигаем дальше. Пока еще конечная точка неизвестна. Окончать. Перекладывать, подстраиваться. Ну, типа я иду, а вон написано парковка Фрай на плац. Сегодня получается.